Никита Журавель занимается кикбоксингом. Нагрузки для него дело обычное. На предложение принять участие в забеге согласился сразу. Мне больше нравится как-то заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. И прихожу по утрам так бегать. Часто. Идея родилась в городском управлении по делам молодежи. Назвали новый проект «Спортивный марафон. Молодежное утро». Мысль в голове создать вот такой интересный какой-то новый молодежный проект именно выходного дня, куда бы рабочая молодежь, студенты, школьники могли свободно прийти и позаниматься спортом, интересно, весело провести время с утра с пользой для себя. Поэтому родилась такая идея «Молодежное утро». Обратились за поддержкой к депутатам муниципального совета. Те не только помогли, но и сами приняли участие. Мы их с удовольствием поддержали данную акцию. Цель и задача в том, что акции – это максимальное вовлечение молодежи в правильное воспитание, правильное спортивное воспитание. В это утро на театральной площади собралось больше 100 человек. В проекте приняли участие студенты сельхозтехникума, воспитанники спортивных школ, общественные организации, Федерация бокса и Центр славянской культуры. Мы всегда в этом городе за молодежь, за здоровый образ жизни, чтобы всегда наши детки было чем заниматься, мы их ставим на правильный путь. Участникам забега предстояло преодолеть расстояние от театральной площади до санатория «Русь». С задачей справились все. Хорошее настроение. Это позитив, когда вот собираются люди все, атмосфера сама, которая вот здесь существует, она дает человеку, в общем-то, заряд энергии, это самое главное для человека, потому что уже все идет остальное. От заряда энергии зависит его, в общем-то, и будущее. На финише участников ждали подарки от спонсоров и, конечно, хорошее настроение и заряд бодрости на всю неделю. Молодежное утро теперь будет проходить каждую субботу в 9 утра. Старт от театральной площади. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа регион.